Ливневки в центре города не чистились более 10 лет. Забитые различным мусором, они стали малофункциональными. Из Астаны и Алматы в Караганду доставили специальную технику по очистке стоков. Аймтор Абдина подробнее. Эти две машины предназначены для очистки подземных колодцев. Одна очищает от паводковых вод, другая – от ила. По словам работников, все городские ливневки забиты мусорными отходами. Последний раз их чистили 10 лет тому назад. То, что мусор большой не всасывает, машина не помещается, вытаскиваем вручную все. То есть большие камни вот такие, вот кирпичи. По словам специалистов, такая техника единственная по области. Она была доставлена из южной и северной столиц. Машины оснащены мини-компьютерной системой со специальной программой. Данная специализированная техника сперва представляет нам видеоинспекцию, то есть специальная аппаратура проходит через ливневую систему и фиксирует дефекты в ливневой системе. После чего данной техникой она промывается и прочищается. После чего... Сейчас очистительные машины работают на улицах Воинов-Интернационалистов и Гоголя. В будущем будут очищены ливневки по проспекту Бухар-Жрау и ливневки по бульвару Мира. До начала зимы все колодцы должны быть очищены от застоявшей воды и мусора, заявляют специалисты жилищно-коммунального хозяйства города. Аймтора Абдина, Диас Нурмуханов, Равиль Валиев, 5 канал.